в это видео. Здравствуйте, мой. Всем здравствуйте. Сейчас я в этом видео скажу, как устроен этот дробзик. Рекомендую эту фирму, она самая хорошая. Вот. Самая хорошая фирма это. Сначала скорбь забираем пластиковый экран этот. Обратите внимание, я использую ручную отвертку. Я за рабочий труд, а не электроинструменты. Так как ручной труд развивает наше тело. Count me.
крутая. Прикольно. Так как... Вот так как... Тембран. Вот так как Твен... Блобзик. Прикольно. Выключатель его. И потом через систему проводов идет к регулятору скорости. Вот это. С помощью регулятора мы изменяем ход рычага или скорость двигателя. Это щетки, шарики, подшипник. Шоточный узи. Засептор. Это вентилятор, укажи мне двигателя. Здесь кривошип и звездочка. Наши где-то есть накопились не 3 часа. И как раз смеется я к этому. И возможно вот 10 накоплено было или 3 часа. Не шаганули меня. Теперь не шаганяют. I know you.
пользуйся год или каждый день. Каждый день я Стугар купил в прошлом году, в июле. И с того времени каждый день им пользовался. Как видите, все нормально, ничего не изношено. Посмотрели, хватит. Правда?
Блин, да что ж так? Вот. Просто я думаю, внутри, а как-то вот здесь вот. Нагрузка очень большая. Finish line that I finish out so close.
что, естественно, что? Не бить обратно, вот так. Самое нелюбимое это регулировка платформы.